Авария. Милиция обязана разобраться, как и почему это случилось. Этот прибор найдет виновного быстро и точно. Его создали профессор Бобков и кандидат технических наук Лукашук. Прибор готов решать поставленную задачу где угодно, и на дороге, и в лаборатории. Это модель шины. Внизу модель дороги. А на этом листке прибор вычертит график. Кривая графика раскроет взаимоотношения колеса и дороги, позволит определить коэффициент сцепления. Сразу станет ясно, кто виноват, водитель или шоссе. А это образцы будущих дорог. По результатам их испытаний можно оценить качество покрытий, выбрать лучший, наиболее безопасный проект. Новый прибор не только анализирует аварии, но в известной степени помогает их избежать. Такова сила кривой безопасности.